Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение о продлении действия социального проездного для льготных категорий населения. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства региона, увеличивается срок действия единого социального проездного билета. Жители области, имеющие право на бесплатный проезд, смогут пользоваться им до конца 2022 года. Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.